Добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду готовить вот такого сама. Для рыбы нам нужно рыба, тархун, сливочное масло, соль, черный перец, вино и вода. Для начала промытую и очищенную рыбу нарезаем на кусочки. В кастрюлю или в сковороду кладем рыбу. Солим и перчим. Сверху кладем тархун и сливочное масло. Заливаем водой. И вином. Накрываем крышкой и ставим на огонь. Как только закипит рыба, уменьшаем огонь и варим еще 20 минут. Рыба готова, сервируем.
Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!